Ребят, обзор у нас начинается вот с такого огромного количества 12-дюймовых сабвуферов. Всем привет из солнечного Волгограда. И хочу представить вашему вниманию, это автор проекта вот этого Соболя, Рома. Демокар, компания Динамик стоит. Демокар от ДСТ. Рома, у меня, конечно, вопросов много, но я думаю, у зрителей будет еще больше. Мне хочется, знаете, что, к примеру, по порядку пробежаться. И вот этот бутерброд из моря усилителей манганата как-то разложить по полочкам. И этот блютуса нету. Просто магнитола. Нет, там магнитола стоит. И коаксиальный вход. Вот тут, здесь. Магнитола и пульт управления. Ребят, я в прямом эфире вам показывал. Здесь стоит, по-моему, 92-й Alpine. Регулятор оборотов, регулятор. Да, и много тумблеров, то есть это все закрывается. Мы откручивать не будем, это не быстро. Ну да. Почему? Потому что Роман сегодня накрутился гаек, уже шпилек, вы не представляете сколько. Вот так вот работает стекло. Это у нас газ. Запчасти оставляют желать лучшего. Горьковского автозавода, да? Да. То есть это транспортировочное. То есть вот этот откидной лючок. Да. Чтобы мешать. А где те, которые, Ром, которые вы прикручивали на шпильке? Сейчас я покажу тебе. Проходите сюда вперед. Мы их просто уже убрали, потому что их нельзя не ударить. В общем, дверь прикручивается там на какие-то адские шпильки, там, либо болты, вот, там все, гайковерт. 6 сантиметров. Они уже уложены. Вот. 6 сантиметров бронь, да, вот. Это для датчика отверстия, то есть это, да, правое стекло, налево и другое. 1 дюйм, согласно правилам. Здесь броневик, прям это не то, что полу броневик, да? Полный броневик. А, да. То есть... Но здесь сталь четверка частично уже. То есть, ну, сегодня Рома не стал показывать весь потенциал системы, а вот получилось. Финал расставит точки над, да, и, да, Роман? Да. Ребят, вот дверь. Это вот... Это все металл. 3 миллиметра? Двойка. Профиль. Все выкрашено, все красиво. Ну, не прям было достаточно. Это бойница. Она к автозвуку. К автозвуку отношения, да, не имеет. Все, как бы, все по стопу, ничего. Здесь все согласно правилам Эммы. Да, ну, с равным шагом. С равным шагом крепления проводки кузова автомобиля. И вот сварено на ребро профиль. То есть клетка. Смотрите. Раз. Поперек. И еще. Это все для жесткости, все для... А вот это что, торшер включается? Это включение подсветки в салоне. А. При выбор режима, а так оттуда управляется. Ребят, Рома одного там, ну, брат иногда помогает. Да, брат иногда помогает. Но представляете, такого масштаба проект одному сделать? Это респект с большой буквы. А помните, у Ромы Hyundai Elantra была? Она сначала, я как помню, на ДСТ-шках 2.18-ке была. Самый любимый. Потом, аватары и свейли 15. Да, и свейли были 15. 155, да. Максимально. А на 23-25 там 161. Стабильно, да? Да. Так, самый интересный у нас вот здесь. Мне самому это очень интересно. Ну, процессор понятно, он раскладывает звук. Здесь у нас Force FH6. Корейцы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, 13, 14, 16 нехилых 6-киловаттника. 0,9 подключение, старт, пока сабы обычные, элитовые, 3-дюймовые. То есть стоковые сабы, да? Здесь 36 секций манганата. Это общей емкостью сколько? Просад при замере 14,5. Эх-ай-яй. А зачем предохранитель в этой системе? Здесь это входящий с генератора в стул. Когда, ага, у нас сейчас будет время, доделаем фронт, тыл, и уже будем валить на площадку нормально, убивать уже людей. Это везде предохранители. Здесь Рома, здесь... Рома правильно сказал, убивать людей. Да, представляете, 180. Предохранители еще в ряд туда идут. Все на предохранителях. 300 ампер. Все для безопасности, да? Совершенно верно. Так, здесь вот такая вот разрисовочка. Ром, я сюда можно залезу, да? Короче, ребят, вот эта штука, вот это вот как, ну, это скругление или, ну, короче, вот это для улучшения, повышения звукового давления. Здесь вот запечатывается фанера и все на закладных. Так, и здесь у нас 1, 2, 3, 24, да?
16, да. 4 на 4, я просто фасы перегрелся. В общем, трехдюймовая катушка, стоковый сабо. Ферритовый сабо, стоковый. Катушка на картоне, ну плюс карбон. Все, никаких тюнингов больше нет. Разборочки, все, все, все. Ром, сколько же трудов, да, вот здесь все вышкурить, подогнать. Не хотя что, лист, как машина, лист, да. Лист закинул, да, прикрутил. Не так все просто. Я представляю. Потому что здесь металл, а вот здесь сращивается фанера. Вот иногда даже мелкие трещины появляются. Потому что домалеры знают, фанера и металл играют по-разному, даже полусадки. Поэтому их не избежать. А здесь для визуализации вот такой стекло. Да, 4 сантиметра стекло. Лобовой тоже 4 сантиметра. Место пассажира отсутствует. Пассажир дали. От слова вообще. Здесь подсветка. Ну это так. Это секретная информация, да? Да. И здесь смотрите, вот для того, чтобы выдержать все правила, площадь лобового стекла ужимается. То есть там чуть-чуть меньше и здесь чуть меньше. То есть вы смотрите, как потолок идет. Все гладко, все практично. Да, это наверное. А из чего он сделан? Из фанеры? То есть просто вот сегменты вот эти. Полукольца, вот так. Их тут вот считай сколько. Тьма. А здесь порядка 25 сантиметров фанеры. Здесь тут. На улучшение. Ну, вот здесь тоже педали узел. Ром, а ты прям своим ходом, да? Да, ну у меня только брат за рулем, а я на своей машине. Своим ходом расход для особо умных. 14,7 литра газа на 100 километров. Это в машине много. 5 тонн. Это много? Это переводишь, делишь на 2. Получается в районе 7-8 литров бензина на сотку. А почему как мало? Потому что скорость 90-80. Ну, больше ни к чему. Да. Больше ни к чему с таким весом. Установлен понижающий редуктор специальный тяговый. Установлен задний диск на тормоза специально, потому что лучше торможение. Установлен рабочий цилиндр от Subaru. Уже никак. Рессор от газона 66 сзади, чтобы держать такой вес. Ну и так далее, мелкие. Да, конечно, здесь нормы часов и трудозатрат. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько. Так. А капот открывается, Ром? А? Капот открывается? Чего еще раз? Капот. Да, ну там все штатно. Все по стоку, да? Да. Там видно, что внизу стоят 2,370 генерала. Стоп, 158,3. Танк, да? Да. С лобовой броней, сколько там? 4 сантиметра, как и здесь, да? Ребят, ну, чё? Респект, респект владельцу. Терпение, сил, энергии, Ром. Ну и всего творческих сил, энергии, терпения себе. Ну и как бы увидеть заветную цифру. Я искренне желаю всем удачи. Да. Давай. Будь добру, Роман. Давай. Красавчик. Давай.